Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости и остановиться. Но и у пешеходов есть своя обязанность. Они должны помнить, что выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности, строго запрещено. О главных правилах поведения на дороге сотрудник ГИБДД Ирина Чекмарева рассказала воспитанникам детского сада «Журавушка» во время рейда «Пропусти пешехода». Основная цель, естественно, безопасность пешеходов. Направлена именно на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Поэтому еще раз хотелось бы нашим пешеходам напомнить, что зона действия пешеходного перехода – это наша зебра. Она предназначена для перехода проезжей части пешеходами. К такой акции ребята хорошо подготовились. Надели специальные светоотражающие жилеты, взяли с собой таблички со знаком «Внимание, дети», а также с помощью воспитателей приготовили тематический плакат. Помимо юных помощников, в рейде приняли участие прохожие, которым дарили светоотражающие значки. Он носится у нас на верхней одежде, и в темное время прямо с дороги. По словам жителей Ленинского района, такие акции как для водителей, так и для пешеходов необходимо проводить чаще. Бывает, когда не пропускали, но в основном водители вежливы, всегда остановятся, пропустят, подождут. Нас по телевизору показывают, вот как там сбивают, на пешеходных, потому что один остановился, а второй объезжает. А что ты остановился, объезжает раз, а там пешеход идет, правильно? И сбивает людей, пешеходов. Водителю надо мозги вот так держать все время. Конечно, правила дорожного движения важно понимать, что дорога – это место, где каждому участнику движения необходимо быть предельно внимательным. Тогда и несчастных случаев станет на порядок меньше. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.